Здравствуйте, с вами Светлана, и мы в магазине «Светофор». Панели вот такие вот разноцветные стоят 80 рублей и размер 480 на 955. Ковер ворсовой, такой вот пушистый-пушистый. И здесь у нас различные цвета идут. Вот серый с бежевым полосатый и однотонный кремовый. Ну, не знаю, вот неудобно, мне кажется, будет убирать. Туда вовнутрь попадает пыль и не очистить. Но решать покупателю, конечно же. Набор для завтрака. Кружка 250 миллилитров и тарелка. Цена 198 рублей. Вот такая вот тарелочка. Кстати, тарелочка очень симпатичная. 198, 10 копеек, совсем недорого. И кружка. Даже, возможно, подарочный вариант. И кружка 360 миллилитров, фарфор, красивая, симпатичная. 61 рубль, внутри она белая, снаружи с рисунком. Опаловое стекло, салатники. 57 рублей. Очень дешево, кстати. И вот такие вот салатники из опалового стекла 55 рублей. Или это тарелка глубокая. Скорее всего, это салатник. Кружки у нас прозрачные от Аше Бахче. 340 миллилитров. Цена 36 рублей 10 копеек. Очень удобная ручка. И прозрачная. Я люблю прозрачную посуду. Столовый набор «Океан». 1222 рубля. Вот такое темное стекло. Распаковали одну упаковочку, одну коробку, чтобы люди видели. Жаровня 28 сантиметров с крышкой. 494 рубля 50 копеек. С ручками она. И давайте посмотрим. Серия «Лучшая цена», штампованная алюминиевая посуда с антипригарным покрытием. Самое выгодное предложение по отношению цены и качества. Ручки у нее несъемные. И также у нас здесь есть кастрюля 630 рублей, 5,7 литров, нержавеющая сталь. Она не высокая, наоборот, она низкая и широкая. И гигиенические. Так, что у нас здесь? Корзина для белья с крышкой. Ну, обычная корзина, таких было много и всегда они, по-моему, они не исчезают из продажи, крышечка накрывается. Так, у нас здесь контейнеры, цена на них 336 рублей 24 литра. И вот такой переносной органайзер с крышкой. Раз, два, три, четыре, четыре отделения, просто ручка и зеленая крышка. Таз круглый 10 литров, цвет в ассортименте. Давайте посмотрим. 45 рублей. Ну, не знаю, он как бы не очень красивый, но, возможно, подойдет, знаете, на дачу для пересадки растений, туда землю. Но я не знаю, для чего. 45 рублей можно купить. Цвета у нас в ассортименте. Зеленые, бордовые, серые. Стул кухонный «Титан» 559 рублей. Мягкий, обтянутый кожзамом, не тяжелый. Вокс универсальный со вкладышем. Вкладыш здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 отделений. Размер 359, 242, 166. Цена 146 рублей. И замочки такие. Крышечка закрывается на замочке. И еще есть вот такие вот органайзеры со вкладышем. Уже маленькая версия. Бак 60 литров пищевой с крышкой 460 рублей. А, знаете, мне кажется, подойдет на дачу для компоста. Или для того, чтобы воду дождевую скапливать с крышечками. Так что мне показалось это удобно. Ведро 55 рублей 40 копеек. Цвет салатовый, красный, черный. И есть мысик для слива воды.
Ящик универсальный, 8 литров, цвет черный, размер 490, 200 и 100, 34,80. Я бы, конечно, вам его не советовала, даже если он такой дешевый, 34,80, посмотрите, какой он безобразный, штампованный. И, ну, посмотрите, качество ужасное, конечно. Сетка у нас идет садовая, зеленого цвета, 436 рублей, 15 на 15, метр 10, в одной упаковке 10 метров. Табурет квадратный, круглый, 190 рублей. Смотрится он вот так вот. Кстати, в упаковочке, если вам нужен табурет, присмотритесь. Цвета сидушек разные. Корзина ротанг, кружево, 123 рубля. Очень дешевые, мне кажется, они были дороже. Имеют две ручки по бокам, но без крышки. А также у нас есть имитация ротанга. Корзинка белая и шоколадная. 390, 290, 175 размер, 176 рублей. Присмотритесь, если вам нужно. А скоро будем ездить на шашлыки, на дачу. Жидкость для розжига 32 рубля, но нужно быть обязательно осторожным. Фунчоза 500 грамм, 127 рублей. Мне показалось, что это очень-очень недорого. Давайте посмотрим, кто у нас производитель. Так, состав продукта — это мука у нас, горох, кукурузный крахмал, мука, бобы. И производитель — Самарская область. Поэтому идешь. Вообще она дорогая. Макаронные изделия, твердый знак, Ант, 21 рубль 0,5 килограмм. Из твердых сортов пшеницы. Макаронные изделия. И вот такая вот упаковочка, твердый знак. Цены не вижу. Это у нас спагетти. Макаронные изделия группа АА, твердый знак, 3 килограмма в упаковке. Высший сорт, 122 рубля. И очень интересный формат макарон. Это у нас 67 рублей 20 копеек. Упаковка полупрозрачная, нужно рассмотреть, какие макароны. Овсяная каша. Кто на завтрак любит овсяную кашу с черникой? 40 грамм, 37 рублей 30 копеек. И рис круглозерный в пакетах. Это очень удобно, быстро. 47 рублей. Мюсли с грушей и яблоком. А также у нас здесь есть с цукатами, ананасом и бананом. 500 грамм, источник пищевых волокон. С кусочками фруктов, стоит 72 рубля 50 копеек. Я извиняюсь за шум. Тележки звенят, стучат, поэтому, возможно, какой-то шум. Хлопья. 5 злаков быстрого приготовления. 400 грамм, 43 рубля 30 копеек. И у нас здесь соус краснодарский. Кухмастер. Томатная паста. 102 рубля за упаковку. 40 рублей. 102 рубля 40 копеек. 950 грамм. Мне кажется, дороговато, хотя не знаю. Здесь же у нас почти литр. Вот уже открытые. Кто покупал, нравится ли вам, подскажите мне. И уксусная кислота 24 рубля 10 копеек, 180 грамм. Кетчуп. Кетчуп здесь никогда не брала. Не знаю, даже вкусный он или нет. 850 грамм, шашлычный, 32 рубля 50 копеек. Также кетчуп 37 рублей. Приправы. Давайте рассмотрим приправы. Приправы для мяса. Прозрачные пластиковые упаковки. 53 рубля 50 копеек. И в такой же пластиковой упаковке есть у нас приправа для курицы. Та же цена.
Ну и кому нужно побыстренько приготовить суп, это у нас гороховый со вкусом копчености. 8 порций, не знаю, цена 18 рублей. За 8 минут обед, 5 рублей 90 копеек, быстрорастворимая лапша. Также лапша в продаже идет у нас 5 рублей 90 копеек.